Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня мы начинаем прохождение модификации, то есть не модификации даже, а тотальной конверсии на амнезию. Называется White Knight. Только я хотел отдохнуть от ужастиков маленько, переключиться на Deus Ex, на Rage, поиграть в них спокойно, отдохнуть, поиграть во что-то такое. Не особо страшно. Как мне вау, просто пришел писем в личку. Посмотри, посмотри вот эту вот белую ночь, посмотри, она очень хорошая. Ну что ж, посмотрим. Сразу небольшие новости. С понедельника, вернее даже с воскресенья вечера, я уезжаю где-то денька на 4, на 5 на природу. Так что, когда вы видите это видео, то, скорее всего, меня уже нет в городе. Я отдыхаю с девушкой в деревне, месим грязь, как говорится. Обожаю природу. Так что в течение недели меня не будет, но эти видео будут выкладываться моим доверенным лицом, дружбаном моим, у которого есть доступ на мой аккаунт. Он будет заливать видео. Кроме того, я его недавно поручил ему модераторские функции на канале. Так что, если кто хочет победокурить в мое отсутствие, то не расслабляйтесь. Банхаммер в руках у надежного человека. Соблюдайте правила канала. Где-то, короче, к выходу Battlefield 3, собственно, я подъеду обратно в Уфу. И там уже будем смотреть Battlefield 3. А в течение этой недели меня не будет. Так что, в общем, вот. Можете не писать мне ничего в личку, потому что я просто не прочитаю. Такие дела. Теперь, собственно, вернемся к нашему пациенту Amnesia White Knight. Это тотальная конверсия, то есть тут заменены текстуры, добавлена куча объектов, игру практически не узнать. Насколько я понял и посудил по трейлеру, это такая смесь амнезии с домом кошмаров, то есть опять в госпитале все происходит. Главный персонаж, у которого то ли шизофрения, то ли что покруче, ходит, его постоянно глючит. Это должно быть страшно. Давайте, собственно, начинать. Начинаем новую сессию, да. Посмотрим, что нам это принесет. Надеюсь, это будет страшно. Но надеюсь, это будет не очень страшно, потому что, честно говоря, надоели мне эти пугалки уже. Надо хоть чуть-чуть от них отдохнуть. Теншайдар представляет. Какой ник у человека, да? Белая ночь. Мод к амнезии. Тень прошлого. Милый конт. Дэвид, try not to be late. I will. Don't worry. I haven't forgotten it. Forgot what? Our anniversary. I know you didn't. Okay, see you later then. Дэвид говорит, не опоздай. Он говорит, да нет, я не забыл. Она говорит, о чем? Он говорит, а у нас сегодня годовщина. Ну ладно, говорит. Такой перевод небольшой. You to go out, Grace. Lots of things to do. Грейс говорит, пора тебе на выход. Много дел. Это, видимо, романтический ужин при спичах. Три года уже встречаются. Время, говорит, прошло быстро. Помнишь, мы в первый раз, говорит, встретились? Of course I do, Grace. Базару нет, говорит, как я мог забыть? Это в современности происходит? Ой. Ой, это что такое? Кого-то харчили в холодильнике, я не пойму. Что это такое? Ёлки-палки. Что произошло? О, я играю. Я за решеткой. У меня какая-то бешеная чувствительность на мышке стоит. Давайте-ка я убавлю. Это просто это невозможно. Где она тут? Input. А, ну на единице стоит, странно. Ну ладно, будем привыкать.
Так, я за решеткой. Что произошло? Кто все эти убитые люди были? Почему приехала полиция? Что я натворил? Это я натворил? Или это с нами сотворили? Чё-то темно как-то. Чьи-то следы. Надо сказать, уже довольно-таки жутко. Я играю, как обычно, в 11 часов вечера. У нас уже темно, осень. Круто. Так. Ой. Ладно. Я уже привык к таким приколам. Так, это что? Что вы со мной сделали? Вы сделали меня квадратным. Мои квадратные ноги. Не, на самом деле, что происходит? Я, конечно, Петросяне сегодня маленькое, у меня настроение хорошее. Простите меня, если для вас это важно. Да, что-то жесть какая-то. Такой Silent Hill творится, и я не пойму. Да какого хрена? Я не совсем понял, что произошло. Я пришел в себя в месте, которое я не знаю, но пахло знакомо. И я чувствую, что я был здесь раньше, но не мог вспомнить, откуда во мне эти воспоминания. Худшая часть, что я ничего не могу вспомнить. Дальше я не успел прочитать. Где я? Записка для тебя. Я не помню ничего, а ты, Дэвид... Ха! Могу поклясться, что и ты не помнишь. Они не позволят тебе вспомнить. Но, пожалуйста, Дэвид, ты должен мне помочь. Хоть раз в жизни подумай обо мне. Я хочу, чтобы ты выбрался отсюда. Тем не менее, не могу тебе обещать, что ты не будешь видеть снова ночные кошмары. Последняя вещь. Будь осторожен в том, кому верить. Кому или чему верить. Открылось. Так, секундочку, у меня там курица жарится. Пойду проверю. Вроде все пучком. Так, мы в камере. Надо сказать, работа просто проделана капитально. То есть тут почти все объекты новые. Это сколько же работы? Напоминает почему-то мне больше Пенумбру, чем Амнезии. Если бы не вот эти вот деревянные стулья, то было бы вообще узнаваемо. Квадратная раковина. Черт, темно, ни хрена не видно. Ну-ка, здесь как... Нет, здесь в темноте он не привыкает, собственно, к темноте, и поэтому ничего не видно. Блин, что-то мне как-то не особо охота туда заходить. Дэвид? Hello, David. How are you today? Как ты сегодня, говорит? Where am I? Где я? Ты кто? Oh, David. Опять забыл, говорит. Я твой доктор, доктор Софья. Ты в госпитале. Психиатрическом. Вспомнил? Do you remember now? No. Нет. Don't worry, David. It's not unexpected to forget things in your condition. Ничего, говорит, в этом странного нет в твоем состоянии. Поэтому, говорит, ты здесь. Мы тебе поможем. Я в дурке. Are you ready for our session today, David? Готов, говорит, к сегодняшним нашим занятиям.
Я чё здесь один-то? Потому что ты, говорит, криминальный пациент. What? I'm not a criminal. Easy, David. I'm here to help you. Я здесь, чтобы тебе помочь. Мы вылечим твой разум. Я криминальный пациент, а что-то мне не дает это покоя. Это я, что ли, натворил то, что показывает? Там труп какой-то в холодильнике был. Расчлененный. Какого хера? Это кто? Это же тот больной монстр из из Пенумбры. Что он тут делает? Я не хочу открывать эту дверь. Я более того хочу эту дверь за собой закрыть. Монстр из Пенумбры. Да что ж такое? Крыса! Иди сюда, дорогая. Но пока что могу сказать, все очень круто. Это натурально новая игра. И, кстати говоря, довольно-таки продолжительная, судя по заверениям создателя этого мода, по-моему, 5-7 часов где-то обещает геймплей. Мои последние слова. Почему никто не дает мне жить, как я хочу? Они что, мне завидуют? Или просто я угроза для общества? Я могу понять свою семью и моих друзей, они хотят помочь мне вылечиться. Но почему я должен возвращаться к жизни полной, короче, к ничтожному существованию? Я боюсь, они заставят меня все забыть. Я думал, доктора пытаются мне помочь. Надо сказать, английский тут довольно-таки простой. Я понимаю буквально все, в отличие от той же Джастин, где... Ну, я там, конечно, еще уставший был, просто, как говорится, в сопли. Но все равно, я там не понимал половину слов. Больно, что там какой-то сложный был язык. Это что у нас? Что-то там льется. Опять крыса ходит. Да что-то все не слава богу. Так, крыса, спаси меня. Ага. О, кровище. Ключ от холла. Так, ну ладно, может... Кстати говоря, здесь инвентарь маленько переделан, да? Так, ну... И чё? Застряла? Не поддается. Застряла. Ну, тепленькая пошла. Какого хрена? Что я делаю вообще? Вот это явно надо перекрыть. Явно. Ой, что-то мне все это не нравится. Ой, не нравится. Я ненавижу вентиляции. Ненавижу госпиталь, ненавижу вентиляции. Ненавижу. Ой, неспокойно. Что там мигает? Так, я так понимаю... Мне туда не надо, да? А, ну подобное было в Пенумбре второй. В начале по вентиляции, когда ходишь. Только что-то не могу подвинуть ничего.
Какого хрена? Кругом крысы. Погоди, я тут был. Да-да-да-да. Тут эта страшная тварь. Турнгнайт. Или Тургнайт. Какая хрен разница. Только не выходи. Не-не, нет, не надо, не надо. Подожди. Труп. О, тут кто-то лежит. Ох, бляха-муха. Став свидетелями необычных явлений, вы понизите свое здравомыслие. Оно может быть повышено выполнением пазлов и продвижением по игре. Это что глисты тут делают эти? Братень, ты какой-то непропорциональный весь. И чё? Я надеюсь, ты не встанешь. А, нет, они сделали его квадратным. Так, ну чё? И чё я тут? Мне с тебя что-то взять надо или нет? Нет, похоже. Быстро уходим отсюда. Закрыто. Не поддается. Какого хрена вообще? А, подожди, у нас же ключ есть. Вот. Так, давайте-ка прикроем. Хотя, конечно, я не думаю, что это как-то мне поможет. Кровавый след. Сколько я уже успел заметить при прохождении. Что за херня вообще? При прохождении различных ужастиков никогда не надо ходить туда, куда ведет кровавый след. Это правило. Так, ну вроде тут никого, давайте осмотримся. Морфин. Не вылечит мои раны, но уменьшит боль. Ладно. Нет ничего. Ссаные матрасы с пеномбры. Блин, отделение больных энурезом было, что ли, я не понял. Привет. Какая-то, блин, страшная. О, компьютер, как в пенумбре. Моделька оттуда, только он не используется никак. Так, что пишут? Доктору С, видимо, Софье. Пациент продолжает терять части воспоминаний, особенно касающиеся инцидента. Это не неожиданно. Тем не менее, он все равно показывает способность. Короче, он постепенно что-то вспоминает, и постепенно он может наверняка вспомнить, что же произошло. За пациентом нужен присмотр, и в случае чего его надо закрыть. Запереть, то есть, в каталажке. Видимо, я что-то совсем нехорошее натворил. Раз со мной так они. Ну, пока что я могу сказать это да. Это круто. Там что, лежит кто-то опять?
А, это оттуда сюда кровавый след ведет. Отлично. Ну чё, мистер кровавые ножки. Квадратные, вернее. Да, у тебя тоже квадратные ноги. Чё, мне с тебя ножик вынуть? Нет, спасибо. Не хочу. Давайте сначала посмотрим, что тут. Ой, нет, нет. Уф, кто там кидался табуретками? Давайте-ка возьмем нож. А! Сука! Только не вставай, братюня. Сейчас мы кого-то засандалим этим ножиком, похоже. Кто кричал? О, блин, жуть-то какая. Дайте мне какую-нибудь, я не знаю, масленицу, трутницу, хоть что. Кто кинул табуретом? Где, собственно, табурет, который швырнули? Че, столовая какая-то, что ли? Комната отдыха. Смотрели тут поле чудес. А вот, собственно, табуретка. Ой-ой-ой. Ты что, не открываешься? Засов-то, по идее, отошел. Нахер не кидайте в меня ничем больше. Уф, ну и ладно, я думаю, на этом мы завершим первую серию. Что-то мне уже неспокойно. Но, надо сказать, очень круто все. Спасибо, что посоветовали мне эту вещь. Я, конечно, хотел посмотреть сначала Fear, потом Afraid of Monsters, но раз так много запросов на эту вещь, то почему бы и нет. Так что с почином нас новое прохождение. Я надеюсь, оно будет таким же интересным, как вся эта первая серия. И будет не очень сложно, потому что мне, честно говоря, не очень охота погибать еще от этих страшных явлений, которые тут происходят. Тем не менее, на этом все. Первая серия подошла к концу. С вами был Артур. Комментируйте, ставьте пальцы вверх, добавляйте в избранное. Это очень сильно мне помогает и мотивирует в этом деле. Я буду вам очень благодарен. Спасибо. Всего хорошего. Пока-пока-пока.